защищаться от одного того же удара по-разному. Можно защититься вот таким образом, если он бьет. Но это самый опасный вид защиты, потому что пробить может. Вот мы просто закрываем, ставим блок. Вот. Но в этом случае, если вы смогли защититься, это очень опасно. Вот. Но тогда мы делаем, опять же, захватываем руку. Движение. Вот. Но мы делаем еще отвлекающий удар коленом. Вот. А теперь заворачиваем руку. Вот он наш.